Нам покажите. Положите машину, пожалуйста. Чтобы никто не болел, ни у кого проблем не было, лучше положить на любую могилу службу ИКЛ, какая мне понравится. Еще одну голову, и все. Это происходило сегодня? Да. В какое время, можете нам рассказать? Примерно? Где-то полвторого. Полвторого дня? Да. Что именно, кроме головы, яблоко вы сюда еще положили? Вот здесь вот положу. Знакомый ей человек, незнакомый человек. Подождите, не раскапывайте. Счастье, а это как счастье. Нет, фигурки с чего слеплены? Что это? Не знаю. Ну это вы делали? Нет. Это вам дали? Да. Дана гражданка. Женщина. Да. Что еще там? Кроме иголок и фигур, и кроме фотографий. Все? Ничего нет, да. Какие-то крошки. Все, не убирайте никуда. Оставьте на месте. Здесь остались. Сейчас эксперт сфотографирует, да. Сказать, что я тебя не знаю. Вы состояли в каких-либо отношениях с данным гражданином? Да. Вы в браке с ним состояли? Нет. Вы сожительствовали с ним? Нет, просто общались. Сколько по времени долго? Продолжительности? Недолго. Более конкретно расскажет нам? Может, месяц-полтора. Как вы с ним познакомились при каких обстоятельствах? Проживали совместно? Нет, просто общались в Москве. Впоследствии что произошло? Ну, мы просто расстались и все. А сейчас вы путем обряда хотели? Да, я хотела, чтобы он ко мне вернулся. Ну и все-таки продолжите, найдите нам, что вы закопали. Ну я вот здесь, вы аккуратнее как бы. Аккуратнее ищите. Ну вот тогда. Я ищу где-нибудь. Если вы закапали, значит она была здесь. Место конкретно вспомните. Вот, да. Города Энгельса были задержаны две женщины, проводившие на кладбище Схи ритуальные действия. В связи с этим, по данному факту, проводится проверка.